за ними. Все перестроилось. Сверху движение по полосам. Видишь, мы раз, два, три, в летней полосе. Правая полоса уходит по правой. Нам прямо за автобусом. Третья полоса превратится в среднюю полосу, потому что справа полоса добавляется, видишь? Чтобы не путаться, мы сейчас возьмем, включим поворотник и по возможности перестроимся в правый ряд, да. Только, ребят, уже пропускай. Все. Поехали, 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 поехали. Выключи поворотник. Да не обращай внимания, это не тебе. Даже если тебе, что теперь делать? Ты где нужно и где не нужно, да, поворотники включать? Не так проще. Он же за это ругать не будет, конечно. Да фиг он знает. Ты мне скажи, какой знак проехали? 40. Угу. Остановка запрещена. Что еще скажешь? Ты сейчас наугад это делаешь? Нет, я знаю, что там остановка. Красный, ой. Там же остановка запрещена. Запрещена. Запрещена, да. А 40 не было, это мне так приписывалось. Так я и спрашиваю, ты что, все знаки решила перечислить? Нет, здесь я нету 40, а 60 лет октября. Здесь самое главное, это вот знаки вот эти. Ближайшее место для остановки, где мы тогда не были? Мы? Да. А здесь мы не будем. Почему? Остановка. Ну, остановиться нельзя, что ли? Ну, для высадки. Ну, остановка, она и подразумевает для высадки. А что, могу здесь? А что, нет? Конечно, можешь. Вот в Сингапуре, стоянка нет, остановка, да. А-а-а.